целом, по каждому коню, по голу. Да, по голу. Так вот, видишь, как подготовились. Вот они наши хорошие. 3 очка, 3 гола. А сколько вообще таких подготовили? 3. Как раз ровно, засчитали? Хотели. Все было уверенно. Тебя на поле увидим в этом сезоне? Обязательно увидим, обязательно. Я выйду 100%. Когда? Ну, когда задачи все решим, уже спокойненько будем обыгрывать. Я налегке выйду, там, красным мячом могу забить. Вот у меня чуха есть. Бомбу бомбардира врываешься? Вполне. Если бы мне давали времени столько, сколько Мазуру, я бы уже давным-давно был бы бомбардиром. Он не забивает по 5 штук в каждой игре. Он забивает только 20% то, что мы создаем. Такой форвард, как он, должен, блин, хотя бы половину реализовывать, а он 20. Я бы реализовал процентов 60. То есть у меня было бы сейчас побольше, даже штучек 6 было бы уже спокойненько. Вот ту игру взять с Эгриси сегодня, 100% это уже плюс там 6 голов было бы. Не, ну ничего, он на тренировках пашет, доказывает, молодец, то есть он заслуженно. Я ничего не говорю, я просто жду своего шанса, и все, и будет все нормально.